That's my fam, I hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Together ain't no way we gon' fail. You know I got your back, just like a turtle shell. Nobody do it better. All my brothers tryna get some cheddar. We all wanna cut like the shredder. Me and my bros come together for the dough. Bought the orange Lamborghini, call it Michelangelo. With the nunchuck dough. Perseguir lo que se desea. No pienso matarme por tu cuerpo, nena, sí por una idea. Hoy todo está mucho más claro que ayer. Por eso cada día es diferente en esta celda. Es cuestión de fe. No tengo por qué sentirme superior a nadie. Somos iguales, respiramos el mismo aire. Procuro estar bien, cuidar que nunca baile mi castillo de naipes. Entre lokis y patadas de Street Fighter, ya no piso los parques. Mi orgullo es para superarme. Entre letras y samplers de pelis de gangsters, la ilusión se junta con la clase y así sale. Por eso falsa alarma tiene gancho, jamás nos comparen. Hablen, digan lo que haya que decir. Así la publi sale gratis al fin. Yo desde un balancín hago mis planes. Espanto mis males, empiezo a escupir mierda por la boca hasta que salgan cristales. La fama no me corresponde. Камер мотор, это день второй среди полных. А среди неполных. И среди неполных. Это как второй, но только на полдня побольше. Что нам скажет Саша на этот третий день? Поели. Так. Умылись. Угу. Сейчас нашли адреса, куда можно сходить. Да. Пойдем. Довольно обширная у нас сегодня программа. Угу. Должна быть, если мы все найдем, конечно. Да ничего не найдем. Надеюсь, что найдем. Это музей военной Великой Отечественной войны. Это стелла. Артуа. Это зоопарк. Это да много чего. Много надеюсь, чего найти. Надеюсь, будет интересно. СМС-очка. Надеюсь, интересно будет вам. В первую очередь, потому что мы работаем... Perfect. В первую очередь будет интересно нам. Ну, мы работаем для вас. Holy shit! Yes. Вот. Вот наша обстановка. Так вот мы живем. Так живем. Да. Хай не живем. А что я могу сказать? Мы ищем Скуратовича Рабиновича. Я думаю, найдем его. Я думаю, что это такой нормальный чувак. Он там нам, не знаю, денюшек даст. Не знаю, с какой радостью, но он должен нам дать деньги, потому что мы его найдем. А мы всегда берем деньги у тех, кого находим. Хотят они того или нет. И пока Саша эротично чистит ушко своей ручкой. Ничего такого не было, Ваня. Да, да было, он просто прячется и скрывает на самом деле. Ничего там нету. Почесать в ушке ручкой это нормально. В общем, мы, да, позавтракали. Чтобы потом не вставлять вот это в монтаже видео время, скажу, что сейчас где-то 11 с чем-то. Вот, у нас очень весело, погода так, ну, думаю, нормально, мы ничего справимся, оденем подштанники, и будет все кип-калм. Ждите следующее включение, все будет классно, это по красоте, садомия в Болгарии, в Беларуси. Нашли, все остальное будет хуже. Номера вообще отваливаются. Видите, да, как они стоят. Короче, декларирую. Это Пищаловский замок на улице Володарского. Что я могу сказать? Замок-то это замок. Ну, короче, вот видите, какое-то место, да, видите? Я, короче, сделаю такую интерактивность в видео, когда помотирую.
Невский проспект, их по кислому показано. Как-то красиво, классно. А вот как это выглядит. Еще раз показываю. Вот здесь вот будет еще одна картинка, как это выглядит. А вот так вот это выглядит на самом деле. Вот такой Песчанский замок. Я понятия не имею, что есть такого интересного, красивого. У нас сегодня еще живет зоопарк, музей какой-то. Вот менты едут, да. Гуси на снегу, гуси на снегу. Что же мне с ними делать? С гусями на снегу. Еще некоторые вещи. Гуси на снегу. Дорогие друзья, дамы и господа мои, это второе включение третьего полного. Я надеюсь, что вы запутались в числах, а значит, я могу продолжать. Ну, наконец-то мы дошли до чего-то более стоящего. Я опять-таки вот здесь где-то покажу картинку, как это все выглядит на всяких ресурсах туристических. Как вы видите, все довольно-таки неплохо. Вот стела, памятник Победы. Кого мы победили, я не в курсе, но раз победили, это круто. А вот музей Великой Отечественной войны. Говорят, один из самых лучших в постсоветском пространстве. Везде говорят, что где-то что-то самое лучшее. Давайте проверим. Компания, команда ревизора выдвигается. Пойдем. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind. Поделитесь своим мнением о музее. Музей отличный.
всеми рекомендациями есть. Очень интересно, познавательно, очень много всего. Ревизоры рекомендуют. Александр рекомендует. Posted in the back, got my fangs in my grill. Brooklyn brim with my eyes sitting low. Все снимать даже начал. Не начал. Ну? Мы приехали на Минск-арену. Вот она перед вами. Ни много ни мало, самая крупная в Белоруссии хоккейная площадочка. К вашему сведению. К вашему сведению, к нашему мы и так все знаем. Мы здесь все знаем, мы здесь свои. Уже на третий полный день, второй неполный, наоборот точнее. Второй полный, третий неполный, второй вы его полный, не слушаете, он спивший. Да, мы уже разбираемся, что здесь, как и что, так что смотрите сами, нам-то неинтересно, собственно, для вас работаем. Он тоже это сказал, что... Вот это ветрюга, а? Штор, вверх и вниз. Пойдем посмотрим, что там. Неужели как обычно ничего нельзя посмотреть? Неужели как обычно мы на арене Латвии ничего не увидим, а тупо поцелуем железный бетонный каркас спортивного сооружения? Это я не могу вам сказать, потому что я не знаю. Ну, нашли мы Минск-арену, вот она. Схема в деталях. Ну вот она сама. А вот такой ветер. Нет, так-то видно совокупность комплексов. Жалко, что ничего нельзя провести и посмотреть. В принципе, как ледовый наш. Как ледовый, чуть побольше ледового. Просто нормально. Серьезно, наверное. Серьезно, да? Что я могу сказать? Это уже второй вариант видео. Первый. Я смотрю, нам сегодня... И нам везет почему-то на всякие... Нам везет, да, на всякую жопу. Сейчас, короче, к нам подошел товарищ из органов, сказал, что нельзя снимать другое здание, которое находится справа, я не буду его показывать. Лукашенко нельзя снимать, ЕС нельзя снимать. Вообще, свободы прессы нет никакой. Никакой свободы в Беларуси. Хватит это терпеть! Так вот. Вот сейчас справа какое-то здание, но мы не скажем какое, потому что если он второй раз будет бить дубинкой, и скажет, что удалять не удалять, а просто заберет камеру. Да, и нас заберет. Да, вот так вот. Так и все живем. Серьезно, мы стараемся ради вас. Да, мы работаем для вас, мы рискуем собой. Получаем штраф, нас готовы забрать в тюрягу, сами к СИЗО подходим. Но мы не сдаемся. Не сдаемся, да? Не сдаемся. Мы полные оптимизм. Да ебался на нас мент, а мы сейчас... криминал. Да чего? А то, что мы снимаем ЕС посольство. Какое? Вот это вот? Да, вон, да. Вот то желтое здание, нас... Там мент ходит поганый. Мусор.
Мусоришка. Тут еще и Джорджия на заднем плане, сзади. А еще Джорджия. Сейчас возьмем грузинское посольство. Сейчас там грузины, аксакалы прибегут. Снимай туда, ничего уже снимаешь. Да. Короче, мы опасные, да ведь? Да. Законы просты, нам все до пизды. С неба не хватаем звезд мы, нам все до пизды. Законы просты, просто опасные. Да нас доебаются, а мы все равно все делаем по-своему. Но мы... Про нас в отделе, но мы все равно делали так, как хотелись. Там вот-вот сними, вон как красиво. Красиво, чё? Минск. Вечерком. This is night Минск. This is night Минск.